спецслужбы Таджикистана ищут человека, который от имени сына президента страны Рустама Эмомали ведет его страницу в Фейсбуке. Примечательно, что фейковый аккаунт силовики заметили лишь через 5 лет после его регистрации. За это время на страницу подписались более 26 тысяч человек. Но большинство чиновников у нас, да, социально они пассивные очень, в социальных сетях их практически нету. Но тут все связано с тем, что многие просто боятся публичности. Безработные жители казахстанского Жанаоздена вышли на акцию протеста. На место прибыли бойцы СОБРа, митингующих арестовали, провели с ними беседу и отпустили. Однако недовольные граждане вернулись на площадь и объявили голодовку. Почему это мне нельзя снимать? Почему вдруг? И вообще, какое право вы имеете задерживать их? Власти Кыргызстана не могут арестовать киберпреступников, терроризирующих Бишкек. Злоумышленники рассылают письма о заложенных бомбах. В одну из школ подобные угрозы приходили уже 9 раз. Классы не могут нормально учиться, преподаватели стараются не останавливать учебный процесс, разгневанные родители требуют защитить их детей. Но вот сыны не там, сообщения о якобы заложенных бомбах продолжают приходить. Никаких требований нет, просто о том, что заложена бомба и угрозы. Требований никаких. Программа «Азия» на канале «Настоящее время» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. В Таджикистане ищут человека, который завел фейковую страницу под именем старшего сына Эмомали Рахмона Рустама. Объявление распространил управление уголовного розыска МВД. В ведомстве сообщают, что у Рустама Эмомали, который является одновременно мэром Душанбе и председателем Верхней палаты парламента, нет аккаунта в соцсетях. Все публикации исходят от неизвестного человека. Во избежание неприятных инцидентов просим вас воздержаться от комментариев и репостов данного аккаунта. Владелец этого аккаунта будет преследоваться по закону. Однако спустя сутки после сообщения МВД фейковый аккаунт продолжает действовать. В нем в основном публикуются фото и видео сына президента с официальных мероприятий, встреч, а также поздравления в канун национальных праздников. Никаких заявлений и комментариев в аккаунте от имени Рустама Эмомали не публикуется. Примечательно в этой истории то, что фейковый аккаунт силовики заметили лишь через 5 лет после его регистрации. За это время на страницу подписались более 26 тысяч человек. Стоит отметить, что в Таджикистане, несмотря на популярность социальных сетей, чиновники крайне редко заводят там свои официальные страницы. О причинах этого мы поинтересовались у таджикистанского журналиста Хайрулло Мирсаидова. Но большинство чиновников у нас, да, социально они пассивные очень, в социальных сетях их практически нету. Но тут все связано с тем, что многие просто боятся публичности. С другой стороны, мне не совсем понятны, как бы, да, действия сейчас правоохранительных органов. Они сейчас пытаются найти одного человека или двух, я не знаю, которые создали эти фейковые страницы на мэра города Душанбе, но почему тогда правоохранительные органы не занимаются десятками или сотнями даже тех же ботов, которые созданы теми же самыми властями, теми же самыми правоохранительными органами, которые систематически занимаются оскорблениями, унижениями. В основном это речь идет о журналистах, правозащитниках, то есть людей, которые говорят в социальных сетях правду. В Туркестанской области Казахстана суд арестовал на 5 суток активиста за ролик в ТикТоке. Нуржана Мухамедова обвинили в неисполнении решения суда. В конце апреля активист опубликовал видеообращение, в котором раскритиковал решение властей о введении безвизового режима с Китаем. Этот ролик судья и посчитал неисполнением судебного решения. Дело в том, что летом 2021 года Мухамедова осудили за участие в деятельности запрещенных организаций. Суд тогда на 3 года запретил ему заниматься общественно-политической деятельностью. В обоих случаях активист отверг обвинение в свой адрес, а свое видеообращение о безвизе с Китаем он назвал выражением собственного мнения. Участников акции протеста перед зданием городской администрации Жанаоздена задержала полиция, а сегодня они вновь вернулись к месту пикета, чтобы объявить голодовку. Требования людей прежние, им нужна постоянная работа. Но местные чиновники, по их словам, игнорируют любые просьбы. Подробности у Даурена Хайергельдина. Накануне днем к протестующим подошли работники местного акимата и прокуратуры, но лишь для того, чтобы предупредить, собрание у здания городской администрации незаконно. На требование разойтись люди ответили отказом, и уже через несколько минут в дело включились бойцы СОБР. Почему это мне нельзя снимать? Почему вдруг? И вообще, какое право вы имеете задерживать их?
В полицию доставили 17 человек, которым еще раз объяснили, пикетировать здание акимата Жанаузена нельзя. Но штрафовать людей не стали и после беседы отпустили домой. Но сегодня протестующие вернулись к месту пикета и уже с более серьезными намерениями. Уже прошел месяц, как мы стоим у акимата Жанаузена, но по сей день наша проблема не решена. Мы просим лишь предоставить нам постоянную работу, поэтому сегодня мы официально заявляем, что 8 человек объявляют голодовку, и мы требуем, чтобы правоохранительные органы не оказывали на нас давление. Местная администрация, судя по заявлениям ее официальных представителей, предлагает людям перейти на общественные работы с зарплатой до 500 долларов. Но протестующие якобы отказываются. Сами же жанаузенцы опровергают слова чиновников и добавляют, никаких предложений о постоянном трудоустройстве не было. Глава города обратился к людям не напрямую, а через социальные сети. Трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно. Необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства, предлагаемые государством. Однако, к сожалению, некоторые из этих граждан не хотят прислушиваться к этим словам. Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо. Чиновники просят держаться очереди, как того требуют правила, и взывают к справедливости. Но всего пару недель назад результаты аудита Узенмунайгаз показали, что на работу в компанию принимали абсолютно посторонних людей, далеких от нефтяной отрасли, и вводили их в штат предприятия с высокой зарплатой вне всякой очереди. По словам правозащитника Галыма Агилеева, кумовство для нефтяных компаний Жанаузена – явление почти привычное. И даже если кому-то из простых рабочих удавалось добиться руководящей должности, связь с коллективом, из которого он вышел, быстро терялась. Потому что важно, говорит Агилеев, лишь выполнять приказы вышестоящего начальства. Очень важно обладать привилегиями, очень важно быть в этой обойме номенклатуры. И вот это противоречие всегда было. И вот такие моменты, они порождали вот такие двойные стандарты и неуважение к власти со стороны жителей города. После трагедии 2011 года, когда власти силой подавили протесты нефтяников Жанаузена, в развитие города вливались огромные деньги. Но чиновники, добавляет Галы Могилев, не воспользовались возможностью развивать другие отрасли региона наряду с нефтяной сферой. Поэтому уровень безработицы здесь ежегодно растет. Даурен Хайргильдин, Ганизат Оспанов, «Настоящее время. Азия», Казахстан. Как всегда, напоминаю, если вы смотрите нас в YouTube, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал «Настоящее время Азия». Так вы поможете нам распространить это видео, чтобы его смогли увидеть гораздо больше зрителей. Мы продолжаем. Суд в Узбекистане заочно осудил двух каракалпакских активистов Ниетбай Уразбаева и Аманбая Сагидулаева. Оба получили более 10 лет тюрьмы. Процесс проходил без участия подсудимых, так как они находятся за пределами страны. Аманбай Сагидулаев, лидер партии «Алга Каракалпакстан», проживает в Норвегии. Ниетбай Уразбаев, председатель каракалпакского этнокультурного объединения Мангистауской области «Алайяр Жолы». Он гражданин Казахстана. Суд обвинил его в заговоре с целью захвата власти и организации массовых беспорядков. Уразбаев в итоге получил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Аманбая Сагидулаева обвинили в тех же преступлениях и в публичном оскорблении президента Узбекистана. Активист получил 18 лет тюрьмы. Кроме того, по решению суда страницы и каналы Аманбая Сагидулаева в интернете будут заблокированы. Ранее Бухарский суд по итогам двух отдельных процессов вынес приговоры 61 обвиняемому в нукусских событиях. Часть из них получила большие тюремные сроки. Международные правозащитные организации постоянно призывают власти Узбекистана к справедливому и открытому расследованию протестов в Каракалпакстане. В своих отчетах они указывали на несоразмерное использование силы в разгоне мирных демонстрантов и отсутствие наказания для силовиков, которых обвиняли в убийстве протестующих. А в Кыргызстане следствие по Кемпирабадскому делу подошло к завершению. Об этом кыргызской службе радио «Свобода Азатык» сообщил адвокат Бахытбек Автандил. По его словам, всем фигурантам дела предъявлено дополнительное обвинение в попытке насильственного захвата и удержания власти. Адвокат отметил, что в конце мая или в начале июня материалы дела будут переданы в суд. И защите предоставят месяц на ознакомление с материалами. К некоторым фигурантам, как рассказал Автандил, помимо основных двух имеются дополнительные обвинения. Я напомню, в октябре прошлого года
более 20 политиков и активистов были задержаны по подозрению в подготовке к организации массовых беспорядков. Сами задержанные считают уголовное дело политическим преследованием за их позицию по передаче земель Кемпирабадского водохранилища Узбекистану. В апреле большая часть фигурантов осталась под стражей в СИЗО до конца июня, а под домашний арест были отпущены несколько женщин. Президент Садыр Джапаров, комментируя арест фигурантов дела, заявил, что задержанные будоражили народ и пытались организовать госпереворот. Коррупция в госорганах, низкая зарплата и отсутствие перспектив. Почему узбекистанцы покидают свою страну и едут жить и работать в другие государства? О причинах своего переезда журналистам рассказали трое узбекистанцев. Репортаж проекта «Мигрант Медиа» рассказывает Манас Айджигитов. 32-летний Мансур Уразалиев – студент одного из московских вузов. В родном Узбекистане до этого он отучился в техникуме, отслужил в армии, мечтал устроиться на госслужбу. В государственных учреждениях Узбекистана, рассказывает мужчина, чиновники готовы были взять его на работу, но не бесплатно. Везде просили взятку. Нет справедливости. Они открыто требовали деньги. Если у тебя их нет, то ты никто. Я 5 или 6 раз ездил в Ташкент, чтобы записаться на прием к президенту. По нескольку дней проводил у дверей администрации и вернулся домой. Я не вытерпел такого положения и уехал из Узбекистана. То есть из-за коррупции. Здесь, в России, я заработал и начал свой бизнес. Мансур в Москве одновременно сейчас учится на специалиста по безопасности электрических сетей. Когда получит диплом, планирует уехать из России и перебраться в одну из европейских стран. С января этого года работу у себя на родине ищет также Шохрух. В прошлом году он 7 месяцев проработал в России и вернулся домой. С тех пор пытается трудоустроиться в родном городе, но везде, куда он обращался, предлагают очень низкую зарплату. Работа есть, но зарплата маленькая, ее ни на что не хватит. Даже на билет на самолет. В Узбекистане сильно выросли цены на бензин, на такси. Цены выросли, а зарплата не меняется. Здесь нет хорошей работы. Как быть, я не знаю. Думаю, поехать снова в Россию, как только закончу с оформлением некоторых документов. Не нашел на родине работу с достойной зарплатой и 23-летний Шахбос Мухиддинов. Он снова уехал в Россию. Молодой мужчина работает на стройке, планирует накопить на собственную свадьбу и собственное жилье. В Узбекистане, рассказывает Шахбос, для достижения этой цели пришлось бы работать до глубокой старости. Среднемесячная зарплата в Узбекистане сейчас составляет 3 миллиона сумов. Это чуть больше $250. Потребуется много лет, чтобы я накопил необходимую сумму. Я старым стану, а жениться надо молодым. Кредит я получать тоже не могу. Оплачивать нужно каждый месяц по 3 миллиона сумов. Такое положение на рынке труда в Узбекистане, как считают эксперты, складывается по ряду причин. По мнению политолога Рафаэля Сатарова, одна из главных – стремительный рост численности населения в стране. По мере роста населения растет и спрос на землю, на продукты питания, на воду. В связи с этим, по мере увеличения потребности в воде в селах, появляются социальные различия и безработица. С этой точки зрения, кто-то обязательно поедет в город. Инфраструктура города не рассчитана на такую демографическую группу. Должны быть открыты новые транспортные маршруты, новые газопроводы и водопроводы для людей, переехавших в город. Нет такой инфраструктуры. По данным агентства по статистике, при президенте Узбекистана численность безработных в стране в 2021 году составила 1,5 миллиона человек. Данные за минувший год неизвестны. Зато известно, сколько граждан покинуло страну. По сведениям консалтингового агентства «Финэкспертиза», только в Россию выехали почти 3,5 миллиона узбекистанцев. Смотрите далее в нашей программе. Власти Кыргызстана не могут арестовать киберпреступников, терроризирующих Бишкек. Злоумышленники рассылают письма о заложенных бомбах. В одну из школ подобные угрозы приходили уже 9 раз. Классы не могут нормально учиться, преподаватели стараются не останавливать учебный процесс, разгневанные родители требуют защитить их детей. Но вот сыны не там, сообщения о якобы заложенных бомбах продолжают приходить. Никаких требований нет, просто о том, что заложена бомба и угрозы. Требований никаких. Сердар Бердымухамедов впервые посетил Таджикистан в качестве президента Туркменистана. По итогам встреч чиновники из двух стран подписали более 20 договоров о сотрудничестве. При этом ряд экспертов в разговоре с журналистами радио ОЗОДИ отметили, что визит Бердымухамедова-младшего в Таджикистан может быть своеобразным обменом опытом в плавном транзите власти от отца к сыну.
Переговоры между лидерами двух стран состоялись накануне во Дворце наций в Душанбе. Мамали Рахмон и Сердар Бердымухамедов сначала поговорили тет-а-тет, а затем провели встречи с участием официальных делегаций. По итогам переговоров страны подписали декларацию об углублении стратегического партнерства между Республикой Таджикистан и Туркменистаном, а также документы о сотрудничестве в разных сферах. Кроме того, Рахмон и Бердымухамедов дали символический старт строительству новой туркменской школы на 1800 мест в поселке Дусти Хатлонской области Таджикистана. Только что мы приняли декларацию и подняли отношения между нашими странами до уровня углубленного стратегического партнерства. Это историческое решение отвечает коренным интересам наших народов и является одним из важных факторов развития и стабильности региона. В ходе переговоров было уделено вопросам укрепления всеобщего мира, стабильности и безопасности. Наши страны едины в убежденности, что все международные вопросы должны решаться только мирными переговорными средствами и методами. Несколько экспертов в беседе с журналистами радио ОЗОДИ заявили, что визит Сердара Бердымухамедова в Таджикистан – это обмен опытом по плавному транзиту власти. Нынешний глава Туркменистана стал президентом страны под патронажем отца Гурбангулы Бердымухамедова. До этого он занимал ряд государственных должностей. Эксперты уверены, что в Таджикистане передача власти пройдет по схожей схеме. Сын Эмомали Рахмона Рустам Эмомали в последние годы также занимает высокие государственные должности. И СМИ, и политологи предполагают, что именно он наиболее вероятный преемник Эмомали Рахмона. Минувшей ночью в казахстанском Атырау был взорван автомобиль местного журналиста Виктора Сутягина. Сам владелец машины связывает произошедшее со своей профессиональной деятельностью. По словам Сутягина, он оставил свою машину в переулке около 17:00 по местному времени. Около 2:00 ночи соседи услышали взрыв. Камеры видеонаблюдения запечатлели мужчину, который стоял около автомобиля незадолго до взрыва и совершал некие манипуляции в районе капота. Со слов самого журналиста, в последнее время он освещал проблемы повышения тарифов на твердые бытовые отходы и земельные вопросы. В полиции Атырау, комментируя инцидент, заявили, что, я тут процитирую, на месте происшествия следов взрыва не обнаружено. Конец цитаты. А в Кыргызстане с начала года участились атаки телефонных террористов. Чаще всего сообщения о заложенных бомбах поступают в школы. В ряде учебных заведений эвакуацию проводили несколько раз в месяц. Родители учеников просят власти найти преступников и обеспечить безопасность детей. Но в силовых структурах пока не дают утешительных ответов. Дарья Тимофеева, подробность. С начала года в Кыргызстане жертвами телефонных, а точнее кибертеррористов, стали десятки учебных заведений, редакции СМИ, торговые центры. Столичная гимназия номер 33 за 5 месяцев получила 9 писем о заложенной в здании бомбе. Сообщения на электронную почту каждый раз присылали с разных адресов, но содержание было всегда схожим. Никаких требований нет, просто о том, что заложена бомба, и угрозы. Требований никаких там не бывает. Угроза, что да. Они... Угроза, да, что они приведут в действие вот эту взрывчатку, что они ненавидят людей. Ну, такие вот как бы общие фразы. Руководство школы уверяет, к подобным ситуациям готовы. Дважды в год проводят учения. Главной задачей ставят создание безопасных условий для детей, пытаются и не останавливать надолго учебный процесс. Сами школьники говорят, что первое время был стресс от частых эвакуаций. Вчера, если не ошибаюсь, был 9-й раз, как нас эвакуировали. В первые разы, конечно, было страшно, потому что думали, действительно, может, что-то случилось, потому что у всех была паника, хоть нас и спокойно вывели, но все равно обсуждения первые были раза 4 точно. Также она признается, что уже сбилась со счету, сколько раз за последнее время эвакуировали дочку из школы. В родительский чат приходило минимум 3-4 таких сообщения. Привыкнуть к подобным новостям не удается. Это телефонные шутники, возможно. Какие у них цели, мы не понимаем, но все равно какая-то доля вероятности, потому что мы читаем мировые новости, что в той школе, в этой школе произошли несчастные случаи, и ребенок, который ушел утром в школу, он просто не вернулся домой, не вернется никогда. Все это автоматически всплывает.
все это триггерит, страшно, и переживаешь за безопасность своего ребенка. Эвакуация нередко совпадает с окончанием четверти. Ребенок, рассказывает также Анна, переживает за оценки и успеваемость, ведь впереди экзамены. Семья надеется, что современные методы позволят правоохранителям найти киберпреступников. В МВД и ГКНБ не сообщают о ходе следствия. В Госкомитете нацбезопасности нас попросили отправить официальный письменный запрос, и только после этого пообещали подготовить ответ в назначенные законом сроки. В апреле представитель спецслужбы единственный раз рассказал о проделанной работе. Тогда никаких надежд о поимке телефонных террористов озвучено не было. Аккаунты зарегистрированы на территории Украины и России. Мы проверяем по партнерским каналам, но владельцев аккаунтов не можем найти. Они использовали одноразовую электронную почту. Если ГКНБ не может их найти, о какой безопасности государства может идти речь? На сегодняшний день вы не выявили никого? Нет, пока не удалось выявить владельцев аккаунтов. 2 года назад власти заявили о взломе аккаунта президента Джапарова в Фейсбуке. В ГКНБ начали проверку, сказали, что действовали также из-за рубежа, но о поимке взломщика не сообщили. Зато довольно эффективную работу спецслужбам удается проводить с критиками властей в соцсетях. В прошлом году по поводу публикации комментариев в сети на допросы в ГКНБ вызывали десятки кыргызстанцев. Среди них известные активисты и журналисты. Есть также случаи, когда за активность в интернете пользователи из Кыргызстана приговаривались к штрафам и ограничению свободы. Дарья Тимофеева, Самат Алышбаев. Настоящее время. Азия. Кыргызстан. Власти Таджикистана лишили статуса беженца очередного афганца. Его вина в том, что он в поисках работы перебрался из отведенного для беженцев города Вахдат в Душанбе. Афганские беженцы, их в Таджикистане более 10 тысяч, жалуются на дискриминационные ограничения. Сюжет радио Зоди рассказывает Тимур Ермашев. Есть законы Таджикистана, а есть еще нормы ООН. Абдул Муталиб Башардуст рассказывает, что в Афганистане занимал важную должность. После того, как в стране возросла угроза для его жизни, он был вынужден бежать в Таджикистан. Недавно власти республики лишили его статуса беженца. Все из-за того, что он не согласился жить в городе Вахдат, как того требуют таджикистанские власти, а остался в Душанбе. Я занимал высокую должность, был прокурором. После того, как убили моего отца, хотели расправиться и со мной. После 3 месяцев решил уехать и в спешке приехал сюда. Выбрал Таджикистан, потому что я здесь учился в университете. Башардуст приехал в Таджикистан в 2009 году вместе с 4 детьми. 5-й его ребенок родился уже в Таджикистане. С тех пор прошло 14 лет, но от него до сих пор требуют переехать в Вахдат, что в 25 километрах к востоку от Душанбе. Башардуст утверждает, что за пределами столицы уже намучился. В Вахдаде мы жили 9 лет, и все эти годы страдали. Все члены семьи работали или учились в Душанбе и возвращались в Вахдат только для того, чтобы переночевать. Заработанные деньги уходили на поездки между этими городами. Иногда не хватало денег на оплату аренды квартиры. Абдул Муталиб показывает медали и грамоты, завоеванные его детьми в Таджикистане. Среди документов и его советский диплом от 1987 года. Он учился на юридическом факультете единственного в то время госуниверситета в Таджикистане. Один из его сыновей тоже окончил этот университет. Некоторое время работал в посольстве Афганистана в Душанбе, но с приходом в Афганистан талибов остался без дела. Я хочу работать в этой стране и помогать своим родителям, но найти работу сложно. Везде просят принести какие-то документы. Я обратился за помощью в управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, но там меня даже слушать не стали. По словам юристов, в Таджикистане по правилам беженцы должны жить только в указанных властями городах и районах. Эту проблему афганцы могут решить только при получении гражданства Таджикистана. Но это, по словам юриста Дильшода Джураева, почти невозможно, поскольку между Таджикистаном и Афганистаном нет соглашения о двойном гражданстве. Граждане Афганистана могли бы получить таджикистанское гражданство в том случае, если бы между нашими странами существовал соответствующий договор. Но договора о двойном гражданстве нет. Башардуст и его семья не единственные афганцы в Таджикистане, которые страдают от существующих норм в отношении беженцев. Строгие правила пребывания, отсутствие работы и туманные перспективы вынуждают большинство беженцев уезжать в западные страны. Ну что ж, это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Не забудьте поставить лайк под нашей трансляцией. Для нас это очень важно. Ну, мы встретимся с вами завтра. Всего доброго. Thank you.
Человек доказал, что властен над всем, кроме собственной природы. Генри Миллер. Луна Бич ТВ и медиа GmbH представляют. В сотрудничестве с Радио Бремен, SWR, RTBF, Новок Прот и Арте. В разгар эйфории от высадки на Луну Советский Союз и Америка узнают о существовании маленькой компании разработки.